Одно тесто, три начинки. Бесподобная выпечка прямо сейчас для вас. Приветствую вас на канале Райвика. Ну что, давайте готовить? И прежде чем вы увидите все три вкусные начинки, я жду прямо сейчас ваши лайки. А те, кто у нас впервые, прямо сейчас нажимайте красную кнопку «Подписаться». Берем 2 столовые ложки сахара. Добавляем 7 грамм сухих дрожжей, 1 яичный белок, наливаем 200 миллилитров теплого молока. Молоко можно заменить на воду. Добавлю 50 грамм растопленного сливочного масла. Все хорошо перемешаю. Высыплю сюда 400 грамм муки. Добавлю пол чайной ложки соли и чайную ложку корицы. И нужно теперь перемешать тесто. Тесто накрываем полотенечком и прячем на 20 минут в теплое место для расстойки. Можно на 30. Пока ищем тесто, давайте сделаем начинку. Подготовим ее, вернее. 100 грамм изюма зальем кипятком, чтобы он раскрылся и набух. 100 грамм ореха отправляю в пакет и скалкой его измельчу. И берем 2 яблока, режем дольками. Тесто подошло шикарно. Берем муку, присыпаем сверху. Берем муку, где-то 2 столовые ложки, посыпаем на поверхность. Живое тесто, хорошее. Высыпаем на стол. И теперь нам нужно минуточек 5 помесить тесто, вымесить его. Тесто любит ласку, поэтому наполняем его своей любовью, чтобы оно было нам во благо. Поэтому те, кто боятся дрожжей, не бойтесь, наполните тесто энергией, любовью, и никакие дрожжи вам не страшны. Тесто помесили, собрали его в шарик. Теперь нам нужна скалка и сделаем прямоугольник. Раскатаем его в прямоугольную форму. Пласт толщиной с 0,5 сантиметра. Я его туда, оно сюда, я туда, сюда. Вот что значит живое тесто. Или непослушное. Ну, не всем же быть послушным. У него свое мнение. Тесто с характером. Прям как мы. Прям как я, непослушная. Да, точно. Где твои вареники? Я вареники уже сделала, но что ты их попробовала, ты же не пробовала в прямом эфире. Ну хорошо, сегодня поедим, покажем. Надо еще проголодаться. Пока меня не было, Вика втихаря налепила вареники для вас. Ну втихаря, меня ж не было, ты втихаря налепила. Втихаря поела. Втихаря поела, да. Теперь надо вам их показать. Теперь нам понадобится какой-то джем или варенье. И смотрим. Мазюкаем сюда полосочку. Смотрим, а мазюкаем. Ну, вы смотрите, а я мазюкаю. Потом сюда полосочку. Три полоски. Полосатый рейс. Абрикосовая подложка? Да. Ты знаешь, как анекдот? Какой? А как поймать тигра в клетку? Никак, тигры не бывают в клетке, только в полосках. Так и у нас. Ну да. Полосатый пласт. Берем теперь измельченный орех и сюда вот так насыпаем. Орешим. Ну, можно меньше, но я люблю очень много орехов. А чё? Чё нам мелочиться? Сюда мы изюмчика покладем. И сюда выкладываем порезанные яблочки. Тесто теперь и накрываем первую начинку. Надо было яблоки ложить немного не так. Не, ну нормально, сейчас все сейчас накроем. Теперь
Теперь накрываю ореховую. Замуровали, черти. Накрываем среднюю начинку. И теперь накрываю эту. О, такой пласт, колбаску мы получили. Поделим на одинаковые порционные части. Я где-то меряю шириной в 2-3 пальца. Берем теперь полосочку и выкладываем ее вот так в противень. Форму для запекания, бы сказала. Ну да, форму для запекания, окей. Я чуть-чуть не так сказала. Ну и также же видно, куда я выкладываю. И теперь снова тесто отправляем в теплое место минут на 20-30 для расстойки. Тесто в теплое место. Логично, даже стратегично. Берем желток, который у нас оставался, добавим столовую ложку молочка, кисточкой перемешаем. Булочки наши, которые постояли, расслоились, мы их смажем вот так яйцом. Наши, которые постояли, конечно. А что? Наш... Остановка предложения. Считается открытым. То, как увеличились в объеме булочки, это просто капец как круто. Отправляем в разогретую духовку 180 градусов минут на 25. Бесподобное трио готово. Аромат стоит просто не передать вам словами. Те, кто любят ореховую начинку, пожалуйста вам. Те, кто любят яблоки, конечно, это тоже для вас. А если для вас выпечка с изюмом подобается, то и вы будете в восторге. В общем-то, блюдо для всех. Ну что, давайте дегустировать. Разрекламировала. Так, аж самой захотелось. Столько, не знаю, как мне его так жалко ломать, эту сдобу. Но... Прям как каравай у тебя. Да. Каравай. Оно еще горячее, пригорячее. Так, с чем я буду? У тебя с чем? У меня вот тут яблоко. А, три в одном. Да, три в одном, я же говорю. В общем-то, ни в чем себе не отказывайте. Сделайте себе микс, да? У меня тут изюмчик с яблочком. Какая начинка. Потрясающая. Тут еще у нас, если вы помните, корица. Тесто просто как пух. Подходите, берите по кусочку, а можно и по два. И за это ставьте лайк. А кто впервые на канале, подписывайтесь на канал, дабы иметь возможность с нами есть за круглым столом и наслаждаться этой жизнью. Желаю вам, друзья, отличного настроения, быть в полном здравии. И с вами мы, Райвика. До новых встреч. Пока-пока.